Раз уж я все равно буду поблизости, надо бы поздравить старика. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. А, день выборов. Система может и порочна, но я все равно пойду. Это мой долг. И рождественская елка. Опять тащить эту пожароопасную штуку в свой дом. Так, и где это? Я думаю, мне нужно приниматься за дело. Я полагаю, что колонна пройдет без инцидентов, учитывая то, что все машины в этом городе больше похожи на бесполезный взрывающийся реквизит. Какой кретин придумал это? Черт, я даже не понимаю, куда нужно поставить крестик. Они даже дырки не смогли пробить в нем по-человечески, но я уверен, что они засчитают его. Черт, я не смог его до конца заполнить, но я думаю, они догадаются, что я хотел выбрать. Слишком легко. Извини. Завтра будешь болеть. И, вероятно, и не думал, что тебе суждено умереть сегодня. Сюрприз! И, вероятно, и не думал, что тебе суждено умереть сегодня. Сюрприз!
дети. Ты, должно быть, вот так неудачно шутишь, да? Похоже, это то, что... Так, надеюсь, эта сука оценит мои усилия. Смотрит на нашу любимую рождественскую елку, граф. И что, по-твоему, мы должны делать, дружище? Мы сделаем это прямо здесь? Давай преподнесем ему рождественский подарок заранее. Сейчас он у меня попляшет. На землю, сукины дети! Он убивает всех без разбора. Ты думаешь, но как это не забавно, я никогда не любил видеоигры.
сегодня мне определенно нужно еще. Определенно нужно еще. Я называю это реформированием. И не толпитесь, у меня пуль на всех не хватит. Я сейчас полицию вызову. Мне определенно нужно еще. Круто! Эй, ты кто такой? Что тебе нужно здесь?
точно тебе нужно здесь? Мне определенно нужно еще. Где моя видеокамера? Что за... Полицейские сошли с ума! Отсюда, кретин! Что тебе здесь нужно? Пожалуйста, остановите его! Что за... Гораздо!
Что? Мне нужно поискать лекарство. Теперь цветочки будут расти быстрее. Пришло время идти домой.
и я врезал ему по башке. Тащи сюда этого урода. Он все еще спит. Тогда разбуди его. Мы сделаем это прямо здесь? Да, здесь. Похоже, безопасно. Сегодня нет, ведь не вторник. Кто первый? Ты был первым в прошлый раз. Теперь моя очередь. Эй, просыпайся. О, мамочки, теперь лопата у него. Не убивай меня. Вот так. Ой, бог мой. Я стал бомжом. О, великолепно. Только вот этого еще не хватало. Боже, я не могу пойти домой в таком виде. Я должен сходить в химчистку. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. Круто! Я ранен! Я ранен! Я ранен! Я просто так шучу. А мне определенно нужно еще. Dang, you're pretty good at this. Яйца!
Я ранен. Приятного вам дня! Вы, вероятно, думаете, что я не очень хороший человек. Ты думаешь меня... Эта штука хорошо действует. Похоже, этим идиотам я чем-то не нравлюсь. Лучше держаться от них подальше. Ты не знаешь, сколько сейчас времени? Дорогуш. Теперь цветочки будут расти быстрее. Какое облегчение. О,
Вот так! Сукин сын! Пришло время идти домой. Наверное, мне стоило сначала узнать у него, где эта штука находится. А теперь, вижу, похоже, мне придется искать ее самому. Лучше я оставлю это себе. Я думаю, это нужная вещь. Лучше я оставлю это. Я думаю, это нужно. Лучше я оставлю. Я думаю, это нужная вещь. Рождественская елка. Мне не терпится нарядить ее. Она досталась мне очень дешево, так как сейчас июль. Ну, я надеюсь, что ты проголосовал сегодня, и твой выбор изменит будущее. Ты хочешь сказать? Чего? Я спросил, у нас есть пиво? Меня дико мучает жажда после сегодняшнего.